Isn't this beautiful? I think it is. Beautiful city. Не красота ли? Не красота. Сзади мне байк, надо быстрее разгоняться. Короче, друзья, помогите найти парковку, плиз. Так, я уже на ногах, запарковал машину, 15 евро, 3 часа. Я шел по этой полосе, и меня чуть не убили велосипедисты. Оказывается, сдали себе, дотянули. For bikers, there's their own rights. Ways. Короче, идем дальше, ищем Хилсон. У нас полчаса до начала. Иду пешкариком, перехожу дорогу. Полиция на меня смотрит, но не орет. Вроде все нормально. Здесь. Вау, даже кто тут ездит, посмотрите. Идем дальше. Людей несчитанное количество. Улица базаров, всякие гифтики, открытки, цветы и даже марихуанные рассада. И вот мы нашли Hillsong Amsterdam. Добро пожаловать домой. Короче, я побыл на 5-м служении воскресном церкви, которая занимается в абсолютном диско-клубе, забирается по воскресеньям. Я думаю, это замечательная стратегия, чтобы приглашать неверующих, которые здесь тусуются, миллиарды людей на этой плазе. В общем, сейчас очередь на последний сервис, я в восторге. Я не пожалел, что я приехал в Амстердам. Слава Богу! В общем, полазил я, нашел много интересных вещей, но проблема в том, что я не взял евро, у меня вверх его нету. Кредитная карточка, минимум 25 транзакций должна быть, а доллары они не принимают, никто. Поэтому я немного обломался, и поскольку у меня парковка заканчивается, я лечу к парковке. Может, еще на пути что-то сниму. Ну, вот такие красивые проволочки. Красивые. Вот такими известными каналами популярен Амстердам. Что-то подобие Санкт-Петербурга. Прикольно в том, что улицы, они такие под такими интересными углами, посмотрите. Тут. И я довольно уже сориентировался, где моя машина. И кашу город под такими уголками, быстрее дойду до машины. В общем, интересно, тут такие запахи. При такой погоде хочется в таком уютненьком ресторане зависнуть. Если бы у меня была Аня моя или кто-то из друзей, я бы так зависнул, но я сам. Ну все. Вообще-то я заблудился. Я вышел на какой-то огромный проспект и не узнаю ни улицы, ничего. Ни людей, ни улицы, ни трамваев. Снова иду к той башне, к которой я ориентировался. И вот я нашел своего колобка. Привет, привет, Пиат. Тикет не висит. Вообще не знаю, как тут работают тикеты. Я заплатил, чуваки, $15 за 3 часа. Мне кажется, развод.
Сейчас хочу паркануть его где-то бесплатно, чтобы покушать нормально, так что ищите мне парковку. Не знаю, как вам, но мне эти моменты что-то нравятся. Вот такие узкие дороги, мимо мотоцикла, мимо машин проезжать. Опасно, прикольно. Если честно сказать, я абсолютно не знаю, куда ехать. Просто куда глаза глядят и голодные. I could not show you this. Этот вид. Просто потрясающий. Так, мне красный свет. Запарковал машину и прохожу мимо гражданского такого проулочка, где простые магазины, не очень для туристов, но все-таки прикольно. Я сейчас ищу, где бы мне приземлиться. Я в сердце Амстердама. Я не знаю, как вам, но мне кажется, архитектура прекрасна. Тут тем более такое солнце попадает на этот проулок. А иначе вот сейчас я снова захожу в проулок, в мрак, в страх. Но я выживу. Всем добрый вечер. Прогулка в Амстердаме завершена. У меня села батарейка, я не мог вам показать, как я вкусно кушал нутеллу с булочками разными. Круассан я еще не съел завтра. В общем, вечерняя прогулка интересна. Много русских услышал, некоторых повстречал. Много-много. В общем, обойти его за день нереально. Но на самом деле, даже, наверное, не стоит, потому что все становится одинаково, приедается. Поэтому, разве что, если вы берете путешествие в музей, может того стоить. Я чисто потурил по городу, классно посетил церковь Хиллсонг, поэтому мне запомнилось, была такая полноценная поездка в Амстердам. А так скажу, что очень европейский, очень продвинутый, прикольный архитектурный город. Много таких худых, красивых европейцев. То есть в Америке у нас видим толстопузых, а здесь красивые. Но единственный минус у них, это что они курят как лошади. Потому что они не курят, как паровоз. Поэтому вот это единственное. В Америке жрут, то есть толстые, а здесь курят. Поэтому из двух зол выбирайте одно. Вообще не курите и не обжирайтесь. Все, на этом прощаемся, увидимся с вами на юге Нидерландов.